добрый день. Здравствуйте. Звонил сегодня мастеру Игорю по укладке ламината. Я говорю, добрый день, вы можете подойти к нам посмотреть, какие у нас полы, какие у нас перепады, чтобы не было такой ситуации, мы вас приглашаем. Приглашаем выполнить работу, и вы приходите. И самое интересное, что мы уже покупаем ламинат, покупаем подложку. То есть у нас все на готове. Вы приходите, смотрите на все это и говорите: люди, вы знаете, я не гарантирую, что они, как выражение есть такое, спучатся. То есть, ну вот так вот они. Как будет взрыв, да. И что-то может с ними случиться. Не хотелось бы видеть такую ситуацию и предвидеть. Вот чтобы это все предвидеть, решили позвонить. Я ему все объяснил. Говорю, прежде чем нам это все покупать, вы к нам, пожалуйста, подойдите. Помогите, посмотрите, какой перепад. Может быть, не надо этим заниматься. И будем мы думать тогда... Будем думать, как стелить линолеум, понимаете? Вот такая ситуация. Может быть, найдем ширину 6 метров. Ну и как-то он будет тоже у нас поперек доски. Мы уже придумали, как его мастить. Ну, а что? Чего? Приходится как-то вот выкручиваться. Сегодня думали, что можно вынести на кухню, что можно вынести в коридор. Я говорю, шкаф я могу вообще разобрать, там, где висит моя одежда. Единственная проблема вот с этим, с большим строением, где у нас стоит посуда. Посуду в коробке. Хрустали и все такое. Да, посуду-то разгрузить, это вот не проблема. Эта стенка у нас не разборная. Она разборная. Ну, центр, но... с зеркалами. Как ты разберешь, где посуда стоит? Таня все разбирается. Да? Ну, остается хорошо. Столешница. Она разбирается на 4 части. По бокам вертикальные шкафчики, где дверки. Витрина отдельно. И отдельно выходит столешница. Вот так это все. Но это очень трудоемко. Не хотелось бы, конечно, заниматься этим. Но если надо, все мы это раскрутим. Потому что деваться некуда. Коль планы наметили сделать полы, мы их сделаем по-любому, чтобы нам это не стоило. Куда мы идем? Погуляем. А мы сегодня сейчас минус идем, 6 было. Идем к ЦУМу. Раньше был ресторан «Москва» на 3-м этаже, возле ЦУМа. Сейчас там магазин «Обои». Вот мы идем туда, ну, параллельно присматриваем какие-то варианты. Ищем дополнительные. Мы готовы ко всему. Если нам придется покупать линолеум, мы уже сейчас хотим знать, какие обои нам купить и что с чем покупать. Если покупать ламинат, то мы будем покупать с обоями, чтобы была хоть какая-то, но скидка нам. Если же нет, то нет. Да нет, и сюда нет. Так что вперед. Сегодня солнышко, но было с утра минус 6. С утра мы встали, собирались на дачу, но снова не поехали. Решили мы в мороз не ехать, одним словом, потому что для нас даже минус 6 сейчас получается холодно, да. Москва, видите, где написано? Вот мы идем туда, на 3-й этаж. На какую? Мир обоев магазин называется. Так, 2-й этаж. Магазин Мила. Это магазин бытовой химии. Буслик. Это детский магазин. Идем дальше. Мир обоев.
третий этаж. Ноги привели. Вот и магазин. Сейчас немного придем в себя и пойдем по кругу. Здесь и люстры, и ламинаты, и чего только нет. И обои. Таня говорит, куда ты бежишь? Я говорю, чувствую, говорю, хочу посмотреть линолеум. А это фотообои такие, наверное. Ага. Можно так обклеить стену. Что, фотообои? Наверное. Светильники. Пойдем сразу линолеум глянем. Да, тут обоев-то побольше, чем в магазине Палас. Здесь люстры есть. И люстры. И обои. Разные оттенки, разные рисунки, и выпуклые, и впуклые, как хотите. Опять люстры, ламинат, линолеум, ой-ой-ой. Конца и края нет этим обоям. Какие красивые и яркие, и не очень яркие. Когда не ходишь по таким магазинам, даже не представляешь, какие расцветки бывают. Камелия. Так, а это что такое? Шелковая декоративная штукатурка. Нам штукатурка не нужна. Панели какие интересные. А это что такое? Даже не знаю. Плитка что ли такая? Не написано ничего, что это такое. Ну и вот и ламинат. Линолеума я пока не вижу. Если увижу, покажу вам. Вот такой магазин вкратце. Вкратце такой магазинчик. А это вид сверху. С третьего этажа. Справа здание Белтелекома. Прямо пошла улица Советская. Часы с башней, слева ЦУМ, ни производителя, ничего не видно, премиум, никто не собирается, как в магазине Палас, рассказывать нам. Догадайся сам, что хочешь. И думай, что почем. Никто не бежит к нам и не пытается рассказать, что почем и какого класса надо взять и сколько. Давайте мы вам посчитаем. Нет, не хотят.
магазине «Мамир обоев». Если нам коснется стелить линолеум, Таня сегодня подсказала, говорит, можно как передвигать мебель. Где у нас горка стоит? Говорит, с этой стороны. Отодвинем все. В сторону дивана. Там застелим, потом мебель поставим. Но и это дальше. Нам нужна ширина почти 6 метров. Сказали, максимальная ширина бывает 5 метров. Будем проверять эту информацию. Ну, может, нам и 5 пойдет. А под кроватью кусочек у нас 5-70. Ну, можно, да, хотя бы 5 метров. Было бы вообще супер. Что нашла, показывай. Пойдем. Где у нас светильники по центру вставочек? Вот такие обои. Вставка по центру, где светильники. Ну, и где кровать, можно там. Только не одну полоску, наверное, две надо. То, что блестит, мне не нравится. Я бы и такие вот, видишь, наверху желтенькие, по 53 рубля. Они цветочки тоже блестят, как ты говоришь. Они блестят, да, но не такие, как вот эти, как золото или... Ну, такие, в общем, ничего. Но они какие-то тонкие, в общем. Ну, тонкие, ну что. А кто делает? Не знаю. Республика Беларусь. Беларусь, да. Бумага. Пожалуйста, вот птички. Неудивительно, почему белорусский ламинат продается по 10 рублей за квадратный метр. Такие ничего. Ну, тоже вставочка. Или нет? Ну, можно чего. Ну, тот вариант может быть даже... Тут лучше цвета. Именно по цветовой гамме, как по мне. Но мне кажется, они какие-то неудалые. Они вот уже помятые. Может, они разгладятся? Какие-то... Ну, это вот темноватые. Такое и такое можно. Но мне лучше вот нравится. В таких магазинах за одну... только за одну аренду. Они, ого-го, сколько тут берут. Дорогие обои, за аренду помещения. Ну, и все это складывается. В итоге цена получается. Раз, доли секунды, и фонарики зажглись. Вот за всю зиму лужи у нас превратились, видите, во что? Лед, который нещадно расколошматили ногами. Называется «Не бывать зиме». «Додо пицца» напротив кинотеатра «Беларусь». Еще я называю это кафе для малолеток. Вот, видите, кто здесь тусуется? Вот, по 12 лет. На Брест ночь незаметно. Сейчас мы пройдем по кругу.